Добрый день! С вами Чайковская Екатерина, и сегодня я вам расскажу, как вы можете поставить полную версию Adobe Illustrator на официальном сайте Adobe, если у вас уже закончилась пробная версия, либо вы сразу знаете, что вам нужна полная версия своего использования. Заходите на официальный сайт, выбираете Adobe Illustrator, соответственно, здесь у вас мелькает пробная версия, и если вы прокрутите ниже, то вы увидите те тарифы, которые вам предлагает разработчик. Соответственно, первый тариф – это подписка на одно приложение. Оно будет действовать месяц – 1288 рублей. Второй тариф – это Creative Cloud. Это большое количество программ. Там будет и Photoshop, и InDesign. За 3221 рублей в месяц. И также есть особые условия, если вы официальный как бы, преподаватель либо учащийся государственной программы, то вот здесь вот есть Adobe Creative Cloud за 1288 рублей и, соответственно, есть бизнес-пакет. Вот если вас интересует какой-то из этих двух, я рекомендую обратиться в поддержку Adobe Illustrator и вообще в поддержку компании Adobe, и они вам подробно расскажут, покажут и объяснят, что для этого нужно сделать. Если же вы индивидуальный пользователь, то наши с вами опции здесь. Соответственно, нажимаем на кнопочку «Выберите план». Здесь все очень просто. На сайте они прям подсказывают, что вам нужно. Нажимаете на кнопочку «Купить». Так, смотрите. У нас работа с фотографиями – это будет Photoshop. Нам он не подходит. И здесь Lightroom. Photoshop, вот здесь вот, в общем-то, и 20 гигабайт облачного хранилища. Для векторной графики это не подходит. Векторная графика будет во втором списке. Вы выбираете, что у вас это, Adobe Illustrator или нет. Выбираете годовой план или ежемесячная оплата, либо же план на месяц. Он будет дороже, потому что, смотрите, если вы выбираете годовой план и хотите платить по месяцам, соответственно, цена у вас будет 1288. Если вы выбираете план на месяц и при этом, ну, как бы после не будете планировать использовать, цена 1932 рубля. Нажимаете на кнопочку «Купить». И вас автоматически перекинет на платежную систему. Со своей карты оплачиваете и, в общем-то, пользуетесь дальше Adobe Illustrator. То есть все предельно просто. Вы должны выбрать тот тариф, который вам максимально подходит. Я надеюсь, что я ответила на основные вопросы о том, как установить Adobe Illustrator, где его взять и сколько это стоит. Если они у вас появятся, пожалуйста, оставляйте комментарии под данным видео, либо под видео, где я рассказывала о том, как установить пробную версию. Я с удовольствием на них отвечу. Если же я буду некомпетентно на них ответить, вы можете обратиться непосредственно к разработчику, к Adobe, и они 100% смогут ответить на ваши вопросы. Большое спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.